Холод – не повод нарушать ПДД, неоднократно повторяли сотрудники дорожной полиции пешеходам, переходящим дорогу вне зебры и светофора. У ивановцев всегда находились оправдания. Нарушения они скрывали за неудобством, ругали представители администрации, что неправильно располагают нерегулируемые переходы. Здесь, на проспекте Строителей, 4 полосы движения и 2 остановки друг напротив друга. Аварии здесь очень часто, тем не менее, горожане, сокращая маршрут, нарушают регулярно. Очень неудобно получается, вот, допустим, пройти ни много ни мало, там где-то метров 250 до одного перехода, до другого перехода, то же самое. Дойти до него и обратно возвратиться для того, чтобы от одной остановки перейти до другой остановки. У дорожных полицейских один ответ – на каждом метре нарисовать зебру невозможно. Нравится или нет, нужно правила соблюдать. Сколько у нас венков на столбах-то висит? Не понял. Венков? Да. Не знаю. Ну? Нет. Пока. Администрация их снимает, благо. Ну да, наверное. А так через каждые 10 метров были бы, да? Ну, может. И что увеличивать? Ну, проезжая часть пуста была. Многие, завидев патрульный экипаж и телевизионную камеру, экстренно меняли планы и убегали с дороги. Причина, объясняют сотрудники ГИБДД, в увеличении штрафов. Сейчас за переход в неположенном месте можно получить 500 рублей штрафа. В данном случае пешеходного перехода здесь нет, он есть в зоне видимости. Если пешеходный переход имеется в зоне видимости, то пешеход должен пересекать проезжую часть именно по пешеходному переходу. Если перехода нет, в этом случае тоже правилами предусмотрены такие места. Например, если в зоне видимости нет, то можно переходить на перекрестке вдоль линии тротуара. Под горячую руку сотрудников ДПС попали и водители, которые не пропускали пешеходов на дороге. Для них финансовое наказание составляет 1500 рублей. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.